Вот такой красивый у меня альбом. Сейчас мы его пролистаем. Этот альбом мы собрали сами и отдали распечатать. Все фотографии, кроме одной, я сделала сама. Япония в период цветения сакуры. Это разворот альбома. Цветы самых разных оттенков, и белоснежные, и розовые, и малиновые, и пурпурные. Цветение сакуры – это настоящий национальный праздник. Называется сакура мацури. Японцы одевают национальные костюмы. В парках под деревьями гуляют сотни тысячи людей, раскладывают подстилки, сидят, отдыхают, беседуют, веселятся. Деревья сакуры огромные, их ветви протягиваются, простираются над аллеями, как шатры. Очень красиво, все утопает в цветах. На берегу такого озерца хочется сидеть, сидеть, смотреть, как лепестки опадают в воду, поют птички, зеленеет трава. Цветы самых разнообразных оттенков, и белоснежные, и розовые, и малиновые. Форма ветвей самая разнообразная. Посмотрите, здесь веточки как дракончики изогнуты. А есть ветки смотрят вверх, как огромные веера. Под прозрачными ветками, покрытыми цветами, сидит молодежь, сидят девочки. Художница рисует свои картины. Все просто утопает в цветах. Прям как наши вишенки на бульваре. А это прям как водопад из розовых цветов. А это вот такая какая-то сосна. Смотрите, у нее стволы, как будто змеи. Дерево, ветки наклонились до земли. Заходишь в него, под ветви, и ты в таком цветочном шатре. А под этим деревом расположилось целое кафе. Ну и так далее. Сняла. У меня много фотографий, очень много. Ну все, хотела просто показать, как это красиво, когда все цветет. В период цветения сакуры самолеты летят в Японию переполненные, отели переполнены. Все летят взглянуть. Хоть раз в своей жизни, как цветет сакура. Конечно, я знаю, в Америке, еще где-то, в Германии высаживают эти прекрасные деревья. Но такого буйства, такого бесподобного чуда нигде нет, только в Японии. Сосновый лес в горах. Посмотрите, сейчас я покажу маленькое слайд-шоу. Наш багряник ничуть не хуже.